Так, ну что, привет, привет, девочки, привет, мальчики. Мы заселились, и теперь мы отправляемся. Нам не подогнал свою футболку, говорит, одень. Это клевая футболка. Реально, кстати, прикольная, она какая-то вязаная, в сетку, и очень такая прям это, дышит легко. Мы отправляемся в поиски за алкоголем. Мы хотим пивка холодного, потому что на улице просто невыносимая жара, и мы заслужили этот прекрасный отдых. Мы заслужили, я так точно, вот я так точно. В общем, отправляемся здесь недалеко, буквально 6 минут на машине, алкомаркет. Мы были последний раз в соседнем отеле с Игорем, с Аней, и нам парень русский сказал: вы что, говорит, тратите столько денег, говорит, в отеле, покупаете алкоголь, потому, говорит, в соседнем, там, буквально через соседнюю улицу, Лондон. Есть алкомаркет, поэтому мы отправимся туда. Дай нам. Нет, I don't like alcohol. Молодец, me too, но not today. But not today. Поехали. Для тех, кто не видел прошлый влог, показываю, рассказываю. И пойдемте. Там прекрасный бассейн, о нем будет видео позже. А сейчас мы пошли за пивком. Может, что другого возьмем, сейчас посмотрим. Мне очень нравится, что здесь прям все натирают, натирают, молодцы, стараются. Где этот? Снимает влоги. Коротко о погоде. Запотели очки. Слушайте, на самом деле такие вывозы очень прикольные, потому что ощущение, что ты как будто бы куда-то поехал отдохнуть. Сейчас мне нужно показать еще раз локацию. Ну что, вот мы приехали. А он working? Сейчас, подожди, подожди, I check. Open, все. Very nice. Okay, we have everything. Under 20 rubles. Ну, едет, говорит, нет здесь алкоголя. Я говорю, есть, блядь, здесь алкоголь, я знаю. Так, что, берем бир? Бир? Or виски? А? Ну что? Мы взяли пивка. Yes. Okay, now eat anyone? Anything? Нам, блядь, go, блядь, хотел, а? Ну, штук тысяч тут всегда находит, и мы прекрасный тому пример, доказательство. Дай покажу. Пошел, не успокойся. Ух ты, нам взял себе, блядь, какой-то этот сок. Видите, тайское пиво. Синха. It's you not good. Он на все говорит, что все, что он видит, все for him not good. I one time told him it's your life, блядь, not good. No, I said this brand, this good. Что-то тайское пиво, I нормально. I tried. What is it? Levis. А, it's алкоголь. Yeah, I think it's not алкоголь. Look, Levis, purple, nice. Okay. Why you one bottle? Because you said it for I me. I think it's just juice. That's why you don't understand. You shout on me every time. No, because when I said I'm smart. Если я не буду на тебя орать, блядь, кто будет на тебя орать? I want to take chance a little bit. And no. This is 4 dirham. This is 6 dirham. This is from Thailand.
Надо было брать 12 алкоголь. Twelve. One bottle and you under the table. Will be. Yes. Прекрасно. You know how many percentage is here? 12.5. Yes. Танцуй вопреки, дальше будут медляки. 3 минуты твои, все, что хотел. If I see my band messes, I shall like, ah! Every time, really. You understand? If I see my messes from bank, if that once, you know, every time I'm feeling, why? Every time money go. Успокойся. Успокойся. You feel good? Of course. Of course. I'm no pain. Car is in your hand. Супер отельчик. Need it well. No, maybe. Of course. I say I need it. Танцуй вопреки. У нас хоть номер-то, блин. Что-то я даже это... Не запомнил. Танцуй вопреки, дальше будут медляки. О, там виз балкони. И нам. Виз балкони. Aconas. This? Yes. Very good. Three minutes, твои. Что, давай, one bottle and go eat? Or some buff? No. No, give me. Give me. Cold, where is cold? One. Достаточно. I want this mine. Okay. Ah, cold. Here cold. Ah, here not cold. Ah, я же взял миску холодную, по-моему. Okay. Надо в холодильник это все убрать. Все. И здесь две баночки. Мы много не пьем, и нам это какой-то портвейн. Портвейн. Сейчас бы еще кириешки. Давай, чин-чин. Смел. Фу, very good.
my god. Tasty? Big tasty. No, give me. Big tasty like juice. Фу, блядь. Блядь, джус с водкой. Виз водка, джус, виз водка. Ну что, по одной баночке и надо идти это, хавать. О, и загорать надо. Смотрите, какие виллы. Виллы, виллы, че он? И нам. Знаешь, живут же люди, да? Very, very expensive. Of course, блядь. Too much, блядь, price. Люди, вот, представляете, на островке, блядь, просто строят свои виллы. Look, look, look. No one there. No people living there. Он new остров, блядь, New Island. Let's go, we make home, and we say, like, this is our. Yes. Так, ну что, монтирую видео. И до встречи на пляже.